Пропавшую без вести советскую подводную лодку С-34 пытаются найти спустя 69 лет. Лучшие российские дайверы отправились в Бургасский залив, чтобы установить место гибели экипажа. Международная экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» во второй раз проходит совместно с коллегами из Болгарии. Анастасия Сазонова о поисковой операции. Район поиска – это 2000 квадратных километров. Специалисты из Жуковского исследуют дно с помощью специального гидролокатора, который предоставил подмосковный НИИ приборостроения. На данный момент отработана половина точек, нанесенных на карту. А это более двух десятков мест, где рыбаки цеплялись тралами. Они находятся в районе немецких минных заграждений. Как сообщают сейчас поисковики, они обнаружили 4 подводных объекта. Один из них длиной около 70 метров, возможно, и есть та самая субмарина С-34. Последняя радиограмма с подлодки пришла в начале ноября 1941 года, когда экипаж выполнял боевое дежурство. С тех пор никаких известий. Вопреки информации, которую передают некоторые СМИ, подлодку поднимать не станут. По морской традиции экипаж должен покоиться там, где он погиб. В случае успешного завершения экспедиции российские и болгарские дайверы прикрепят к корпусу подлодки табличку с именами погибших. Анастасия Сазонова, Иван Денисов, Дмитрий Белокопытов. Болгария. Новости Подмосковья.